Марина Цветаева на концерте. Странный звук издавала в тот вечер старинная скрипка. Человеческим горем и женским звучал ее плач. Улыбался скрипач. Без конца к утомленным губам возвращалась улыбка. Странный взгляд посылала к эстраде из сумрачной ложи незнакомая дама в уборе лиловых камней. Взгляд картин и теней. Неразгаданный взгляд на рыдание скрипки похожий. К инструменту летел он стремительно, властно и прямо, стон аккордов, и вдруг оборвался томительный плач. Улыбался скрипач, но глядела в партер безучастно и весело дама.